Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон. В гостях у Гордона у нас сегодня с вами наша любимая гостья Ксения Ларина. Привет, очень рад видеть. Взаимно. Привет, привет, привет всем зрителям. Друзья, мы перед тем, как начнем, я вас призываю традиционно подписываться на все наши YouTube-площадки Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, а также, пожалуйста, подписывайтесь на два телеграм-канала Ксении Лариной и на ее YouTube-канал. Ссылку вы найдете здесь ниже в описании. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, спасибо, лайкать, все комментировать. Ну и, конечно же, мы начинаем наш разговор. Ксения, нет такого ощущения, что пророчество покойного Евгения Пригожина может сбыться, и Владимир Путин шарахнет все-таки ядерной ракетой по Курской и Белгородской области? Ну, не знаю, до такой степени, конечно, не доходит, хотя уже не поняли, страшно. Да, да, не страшно. Нет, то, что они бомбят собственный народ, это как бы очевидно уже. И то, что поговорка «бомбить Воронеж» давно уже стала мемом и общим местом. Что касается ядерной кнопки, ядерного удара, я все-таки думаю, что нет. Иначе это было бы раньше, он бы это сделал. Уже все сроки прошли, все красные линии прошли. Сейчас как-то даже, ну, смешно. Ну, если он сейчас опять начнет показывать эту кнопку, снимет трусы и будет показывать свою красную кнопку, ну, это будет совсем уже какой-то фарс. Нет, нет, нет. Здесь все серьезно, и мне нравится, скажу честно, это ощущение такой вот паники, которая доносится из-за этих стен, это не скрыть, это видно, раздражение, паника, ну и паника у начальников местных, безусловно, и у военачальников паника, у губернаторов, у чиновников, и раздражение, еле скрываемое бешенство верховного главнокомандующего, а это вот, даже кстати... долетает. Хочу об этом спросить, потому что все-таки специальная военная операция Украины по демилитаризации и денацификации приграничья Российской Федерации, она продолжается. Мы ведь слышали, да, как главком Сырский, главком вооруженных сил Украины заявил о том, что уже 1000 квадратных километров – это площадь боевых действий, да. Что уже 28 населенных пунктов, это, кстати, сообщает исполняющий обязанности губернатора Курской области, контролируются вооруженными силами. И вот на этом фоне, когда выступает Путин, мы же видим, да, вот как он закрывает рот этому исполняющему обязанности губернатору. Мол, не говори вообще о площади, не говори о боевых действиях, сколько захвачено, не твое это собачье дело, а Министерство обороны. Как он читает собственноручно написанную корявым почерком речь, даже политтехнологи его, никакие спичрайтеры ничего не говорят, да. Вот нет действительно такого ощущения, что Владимир Путин не просто в тяжелой ситуации, а что он очень испугался. Тяжелая ситуация, я бы так это не определяла, потому что в этом есть... Как мы стали подбирать слова, Саша? Когда ты говоришь «тяжелая ситуация», я в этом слышу нотку сочувствия. Понимаешь? И это не так. Не тяжелая ситуация. У него ситуация патовая. И, безусловно, это нежданчик случился со стороны Украины, большой нежданчик. И уж точно совершенно они все думали, что они неприкасаемые. В этом смысле Путин абсолютно солидарен, един со своим народом, ну, с той ее частью, которая эту войну не видит и не замечает, и считает, что она далеко и нас не коснется. Он тоже ведь считает, что эта война... который он где-то там начал, где-то далеко, и она, собственно, вокруг него, ее точно не будет, он ее не увидит. Он может только, что называется, руководить этой войной и встречать, награждать цацками своих, значит, генералов и рассказывать о том, как он всех победит. Вот и все. Поэтому, конечно, неприятно это видеть эту войну у себя под ногами. Неприятно этот запах пороха, запах гари, запах крови, запах бинтов. Неприятно, неприятно, когда тебе в лицо летит вот эта вот грязь из-под гусениц чужих танков. Правда же? Наверное, неприятно. Вот он это почувствовал, и вместе с ним почувствовали так называемые дорогие россияне, которые сейчас к нему там падают ему в колени и кричат: «Спаси нас, Владимир Владимирович, уж не мы ли так тебя поддерживали, не мы ли там так сети плели и наших мальчиков отправляли на фронт священной военной операции. А как же нас теперь, кто спасет?» Так что, нет, да. Нет такого ощущения у тебя, что это может быть последний август, черный август Владимира Путина? Не знаю. Тут понимаешь, в чем дело? Когда все это начиналось,
Да. Я помню, я у каждого своего гостя в финале задавала один и тот же вопрос. Допускаете ли вы мысль, что он может победить? И все как один, не раздумывая, говорили, нет, это исключено, что? Да нет, он уже проиграл, когда он это начал. Сегодня на этот вопрос отвечать все сложнее и сложнее, потому что все это затянулось. Последний август, конечно же, мне бы хотелось, чтобы был последний февраль в 22-м году его, понимаешь, но этого не произошло. Он живучий гнида и умеет выжить в любой ситуации. Не знаю, когда это кончится. Я слышу мнение экспертов военных, в том числе и... Федоров у тебя был, да. Да, да, украинский, грабский у меня был, Сергей Маратович, к которому я тоже с большим уважением отношусь. Они называют цифры какие-то для меня чудовищные. Я не хочу 27-й год, 28-й год, когда все это кончится. Вот грабский называет 27-й год. Возможное окончание войны. Ну, я не хочу в это верить. Мне хочется, чтобы это... Понимаешь, когда это все случилось сейчас, вот этот прорыв ВСУ, мне кажется, что очень многие вообще планы, прогнозы многих экспертов, они были порушены этим демаршем вооруженных сил Украины. Да. Это очень серьезно. Я не знаю, каковы военные цели. Их пока никто не озвучил, и только гадают эксперты, ну, учитывая, что это в установке строгой секретности готовилась эта операция, это тоже еще одно браво украинским вооруженным силам, украинскому командованию, с какой тщательностью они эту операцию готовили. Но с точки зрения психологической, безусловно, это шок и успех, большой успех. И прорыв действительно. Я думаю, что этот прорыв важен... Не только для российской стороны, не только для Путина и для страны, которая эту войну развязала и в таком безнаказанном состоянии существует, в таком расслабленном все эти два с лишним года, но и для украинского общества, и для украинских военнослужащих, для украинской армии. Потому что все не зря, что мы можем. Это очень важный момент. Я думаю, что он свои плоды даст обязательно. Вот ты очень хорошо чувствуешь российскую аудиторию и вообще вот то, что чувствуют россияне сейчас. Как ты предполагаешь, вот если будет все-таки захват, а уже там есть кольцо, уже там создаются определенные условия для этого Курской атомной электростанции. Мы сейчас упускаем эту историю с обменом территорий, с хорошим обменным фондом, да, Запорожская АЭС, Курская АЭС. Но все-таки это сильно подорвет позиции Путина внутри России, среди вот общественности? Нет, тут вот я тебе сразу говорю, ничего не подорвет. Подорвет только война. Вот сейчас война, которая здесь, в городе в Суджа, да, в Курской области, в Брянской области, в Белгородской области, вот эта война может подорвать и подрывает. Я уверен, что вслед за этими стоянием на коленях и криками в камеру «Владимир Владимирович, спаси!», следом за этим последуют другие эмоции, потому что он не спасет, он не спасет. И сейчас они называют же сами какие-то чудовищные цифры этих самых беженцев, которые эвакуируются. Да, и это тоже мы не знаем настоящих цифр. Если они эти цифры называют, значит, они, может быть, и больше, наверняка больше, и будет еще больше. И никто не спасет. Никто не спасет, никакой Путин. Нет у них, во-первых, нет у них ресурсов для спасения, потому что все ресурсы они бросили на войну. Если он 10 тысяч с барского плеча бросает людям, оказавшимся на улице, без дома и без всего, без вещей, без вообще без прошлого, без накопленной жизни, 10 тысяч рублей, ну, слушайте, как 10 копеек прокатиться на троллейбусе, понимаешь, все, и пакетик леденцов дать, и еще погладить по головке, ну, ничего, чем-нибудь придумаем. Вот и все. А больше ничего не даст, ничего никто не даст. Будет ли там бунт какой-то, тоже я боюсь, что эти прогнозы, мы про эти бунты уже сколько раз говорили, что будет, выйдут. Нет, конечно. Ни Орск не вышел, ни Ростов не вышел, ни Дагестан, никто ничего. Но то, что они не дождутся этой помощи, и какое-то время, конечно, они сейчас будут сначала, после того, как они на коленях умоляют Путина помочь, они одновременно с этим будут кричать проклятие в адрес страшных украинских фашистов, которые на их землю пришли. Но это все пустота, это ничего не дает, ничего, на этом ничего не вырастет. А ему патриотизм не вырастет. Ему? Да. Да. Слушай, я думаю, что меньше всего он боится собственного народа.
если он кого и боится, то противника, то если он кого и боится, то он реально боится антипутинской коалиции, скажу я так, да, суча и украинских вооруженных сил, и украинских диверсантов, которые ему мерещатся за каждым углом. Он боится за свою жизнь. Он боится за свою жизнь. Но уж совершенно точно он не боится никаких курян, никаких жителей Белгородской области, никого он не... Он этих за людей-то не считает. Он уверен, что оттуда точно не прилетит. Не прилетит. И может быть, он и прав. Может быть, он и прав. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вот сейчас часто говорят, такая фраза очень точная, от Курска до Курска. Буквально вот вчера, 12 августа 2000 года, утонула, как он выразился в интервью Ари Кингу, просто утонула подводная лодка Курск. И вот сейчас та ситуация, которая происходит в той же Курской области уже, она мне очень напоминает то, что происходило 24 года назад. Тогда он вышел через 5 дней, на пятые сутки, и сейчас на пятые сутки только созвонился с его губернатором Курской области. Тогда он кричал, ты помнишь прекрасно этим матерям, что они шлюхи за 10 долларов купленные. Да. И сейчас вот так эти жители Суджи к нему говорят, тут пришли украинцы с натовской техникой, спаси, помоги, а он ничего, на седьмой день только собирает что-то, какое-то заседание. Очень, по-моему, ничего вообще не изменилось. По-моему, действительно, от Курска до Курска. Да, от Курска до Курска. Здесь, безусловно, есть такая рифма не только в имени нарицательном, от подлодки до города, до Курской области, но это то, с чем он пришел. Это, конечно же, первое событие его первого срока, которое во многом объяснило суть этого человека, этот образ. Это человек, напрочь лишенный сострадания. Напрочь. Это человек, который не любит, чтобы не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с неприятностями, с катастрофами, с состраданиями, с ужасом, короче говоря, с бедами. Только с победами. Мое имя должно ассоциироваться только с победами. Вот это вот все, вот эти все вот люди плачущие, это все не со мной, чтобы рядом со мной никаких плачущих людей не было. Я думаю, что мы про это... ну и второе, конечно, второе, то, что тогда обнаружилось с мощной, яркой силой, это, конечно, ставка на абсолютное вранье, на ложь, да. На вранье, на обман, на фейки, на абсолютное презрение к человеку, к собственным гражданам. Вот что. Ну вот, вот оно... как тогда, 12 августа, 23 моряка, которые еще двое суток были живы в этой подводке, кричали «СОС» всей России Путину. И, кстати, он ни одного генерала тогда не наказал, что очень важно. Ни одного генерала тогда не наказал. И так и сейчас все приграничье кричит ему «СОС», никакой реакции, и ни один генерал не наказан. Ни один. Конечно. Ну, да, послушай, генералы наказываются постоянно, мы же видим, да. Без конца их арестовывают. За что? Это уже как бы другой вопрос, потому что я думаю, что все-таки не за то, что им инкриминируют уж точно. Вот я почему-то убеждена, что эти чистки, они к коррупции имеют мало отношения. Понятно, что все коррупционеры, но их берут не за это, берут за другое. У меня как раз другая ассоциация, это скорее с какими-то сталинскими временами, это чистки кадровые. Чистки, а не борьба с коррупцией, не потому что много наворовали. Поэтому, что касается вот этой рифмы, послушай, как и тогда, так и сейчас, и всю эту войну, весь аппарат путинский, весь аппарат, все его верхушки, все его ветви власти работают только на одно – обмануть население.
обмануть население собственной страны, обмануть на весь мир нагнуть, облапошить, не знаю, какое приличное слово подобрать, да? Вот, обмануть всех. Как он говорит, надули. Вот, собственно говоря, его идеология на этом основана. Надуть всех, нагнуть и надуть. И вот этим он и занимается от 25 лет, от Курска до сегодняшнего, до войны, до нынешней развязанной войны. Другого ничего он не придумал. И мало этого, я еще добавлю, что эта идеология, она является его, ну, скажем так, религией, которой он опутал весь народ, все свое население, всю нацию. Она разделяет эту путинскую идеологию. Ну, во всяком случае, те, кто поддерживает Путина, кто считает его крутым мужиком, крутым президентом, который, значит, весь мир теперь боится нас и уважает, а мы можем повторить вот это вот все, да? Вот и пожалуйста. Но при этом, когда люди реально сталкиваются с результатом вот этого оболванивания нации, понимают, что когда это их лично касается, возвращаемся опять вот к этим стоящим на коленях курянам, да, то и возникает вот этот вот когнитивный диссонанс, или как угодно это назови, да? Вот это вот противоречие в голове, вдруг короткое замыкание происходит. Как же так? Мы же тебе ноги целовали, а ты нас этой ногой отпихиваешь в морду нам сапогом. Мы же совок весь облизали за 25 лет. Он весь в наших слюнях. Ну? А нет как бы такого ощущения у тебя, что генералы его и предали? Что очень сложно было не заметить такое скопление войск, 10 батальонов, если не больше, 11 уже, по-моему, говорят. Системы различные. Нет такого ощущения, что действительно генералы немного обозлены на него и решили пропустить вот это все дело? Не знаю, я боюсь, что нет. Не знаю, я что-то как-то... Слушай, скорее всего, они, может быть, другое, давай посочиняем другое. Давай. Может быть, они просто боялись сказать ему правду. Вот это, кстати, да. Вот я тоже думаю, что ему всю информацию не докладывали очень и очень. От страха, конечно. Да. Ну, а как по-другому? Вот прикинь, что все было хорошо. Тебе, значит, 2 года тебе рассказывают о триумфальном шествии великой российской непобедимой доблестной армии по, значит, украфашистским селениям, да? А потом вдруг бац, вторая смена. И его первый вопрос: что? А где вы раньше были? Вы же мне докладывали вчера еще, что мы победили. Я, кстати, это вот по поводу вчера еще. Ты помнишь прекрасно Герасимова, который вышел в первый день и сказал: мы все уже окружили, все зачистили, все хорошо, мы освобождаем границы. И я представляю этого мечущегося Герасимова, который просто был потный, наверное, крестился и рассказывал: Господи, только бы не узнал, только бы не расстрелял. Да, да, да. Я думаю, что так каждый так и печется только о своей заднице. Нет там никакого бунта. В этом, даже, не знаю как, мне кажется, даже нету примет этого бунта. Это невозможно. Ну, невозможно. Уже так настолько все глубоко зашло, что этого бунта от кого там ожидать? Ну, нет там таких людей. Ни среди генералов, ни среди... Ну, а солдатские бунты или младшего офицерского состава, ну, я тебя умоляю, кого они когда пугали? Если уж они такого чувака безбашенного, как Пригожин, замочили и не дрогнули. Целый самолет убили, да, людей. Ну, и убили людей, которые вчера были еще правой рукой и опорой их. Что тут говорить про какие бунты? Конечно же, нереально. Но то, что каждый боится за свою задницу, это так. И чиновники, и губернаторы. Не знаю, там есть какие-то надежды, что, может быть, губеры, вот эти вот исполняющие обязанности губернаторов Курской области и другие начальники районов, что они типа за народ переживают, и, может быть, они там стараются помочь, и, может быть, у них там какое-то чувство эмпатии. Не знаю, я в это не верю. Это настолько все прогнило, что ничего там, кроме страха за свою жопу, там уже ничего нет. Лишь бы не узнал. Лишь бы не узнал. За мной Майдан. За мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть.
Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Было это заседание Совбеза, там, где он нервно перебирал свои писулины, которые он понаписывал, да, и сказал очень четко, что вот час закончится, и дальше буду разбираться и наказывать всех. Что ты думаешь будет с тем же Герасимовым, например, и с его генералами? Расстреляют, посадят, ну, вообще-то наградит? Тучи сгущаются, да. Тучи сгущаются, конечно. Но он такой, мы это поняли, вот он этого Шойгу переместил подальше от Министерства обороны, а потом взялся за Министерство обороны. Уже как бы Шойгу к этому не имеет, получается, никакого отношения, хотя каждый раз с каждым арестом думаешь, блин, вот снаряды падают все ближе и ближе, он следующий, Кужугетович, да. Вот он стоит прямо рядом, вот парк Патриот и храм вооруженных сил. Кто его, чьим именем он назван, этот храм и этот парк Патриот? Шойгу и Воробьев, да? Все. Где? Почему они не сидят до сих пор? Значит, наверное, может быть, поскольку он такая хитрая собака, этот Путин, может быть, в этом тоже есть такое иезуитское, такое вот садистское наслаждение он получает от того, что держит страхи тех, кто рядом. Вот, потому что, ну как, было бы странно предполагать, что Шойгу сейчас сидит, пьет какой-нибудь свой тунгусский коктейль и думает, как хорошо, что я, все мимо меня, все, а меня, со мной ничего не будет. Да? А кстати... Нет, конечно, сидит с мокрыми штанами и ждет, сидит с ружьем и ждет, когда за ним придут. Вот он может, он, наверное, сидит с мокрыми штанами, но сегодня он надел памперс, очевидно. Потому что пошел гулять по выставке «Армия-2024», военную выставку они устроили, как будто ничего нет. Все хорошо, все хорошо. Пошел Шойгу, отправили министра обороны, нет Белоусова, где-то шляется, отправили Шойгу. Ну вот тоже интересно, да? Там война, а здесь военная выставка. Успехи российской армии 2024. Вообще дурдом, по-моему. Ну так все эти два с лишним года, послушай, мы же это наблюдаем. Это выставка «Россия», которая длилась, по-моему, сколько, чуть ли не целый год, эта выставка, которой они все гордились. Какая точно эта песня «Весь дурдом голосует за Путина», «Весь дурдом будет Путин, ура». То есть в этом вот параллельном мире вот они существуют, и им, как кажется, норм, что называется, как говорят, да, абсолютно нормально, что там война, там гибнут люди, их люди, это их мальчики гибнут, их люди, их взрывают, убивают, 500 000 живой силы уже нету, покалечено или убито. Ничего, ничего их не берет. И народ радостно соглашается. Вот они сейчас к выборам готовятся, у них там выборы какие-то в сентябре. У них будет день города обязательно. Вот я помню, что в Москве там, по-моему, все в начале сентября традиционные дни города. Будет тебе день города. Все это будет. Это параллельный мир. Сколько они так... Мы же, понимаешь, в чем дело? Мы это все обсуждаем в течение вот этих вот лет войны. Да. Что вот этот параллельный мир вот, фейковый, абсолютно картонный, искусственный, декорация, имитация, он не может долго существовать, он должен сам уже рухнуть, пальцем ткни. Но нет такого пальца, ты видишь? Он все стоит и стоит. Уже колышутся на ветру эти декорации, понимаешь, они, конечно, громыхают, но не валятся, они еще не валятся. Я посмотрел московские паблики, и там пишут приблизительно следующее, что вы со своим сраным, прости, Курском. У нас тут все подорожало из-за вашего Курска. В рестораны зайти теперь нельзя, в кафе нельзя теперь зайти. Вот о чем говорят жители Москвы. YouTube-то заблокировали, смотреть некуда. Ох, да. Будут делать вид, что ничего не происходит, пока не коснется лично каждого. Хотя, опять же, давай вспомним, когда дроны прилетали украинские в Москву, и в самой, прости меня, центре не бывает, и Москва-Сити, или когда вот практически над, где там флаг-то у них, Кремль. На Красной площади, да, в Кремль падал дрон. Ничего?
Ну, я уж не говорю про все остальные бесконечные взрывы в разных точках, и в Крыму, и в различных регионах, и все, сколько наснято, сколько они снимают без конца и кричат сплошными, запикивание идет везде по всем пабликам, как люди матерятся, глядя на взрывы, глядя на как прилетают бомбы, как прилетают дроны, но ничего не меняется. Так уже погибшие люди есть. Когда начались первые погибшие среди мирного населения, гражданского населения в России? По-моему, как раз в Белгородской области первые были погибшие. Да? Ничего не меняется. Ничего. Не знаю, что должно произойти. И что это может изменить с другой стороны. Вот, да хорошо, допустим, мы все говорим, как я вслух размышляю, что россияне не видят эту войну. Что должно произойти, чтобы они увидели? Ну хорошо, они увидят. Ужаснуться. И что? И ничего. И будут молчать или сидеть в тюрьмах. И, ну да. Или закрываться от этого, прятаться от этого, решать проблемы самостоятельно, самим, как сейчас вот куряне решают свои проблемы. Спасение убегающих – дело рук самих убегающих. Хотите – бегите, хотите – не бегите. Добровольная эвакуация. Куда бежать? Куда хотите? У родственников в деревню куда-нибудь подальше. Бегите. Бегите куда-нибудь. Но при этом объявлено так называемое КТО. Нет, КТС. Контртеррористическая ситуация. А, ну подожди, я думаю, сначала же они КТО объявляли, нет? Да, он объявил КТО, а КТС такого вообще нет. Нет. Сначала он объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера. Да, вообще да. Выдуманная, потом КТО. Которые командуют Лубянка, а не генералы, что очень примечательно. А теперь он обмолвился якобы и сказал КТС. Контртеррористическая ситуация. Вообще никто не знает, что происходит. Никто не знает, что это происходит. Это КТО они объявляли, когда был Крокус тоже. Да? Это ничего, никто не знает, что это такое. Единственное, что первое, что пришло в голову всем нормальным людям, что он этой КТО или КТС прикроет все свои опять очередные дела по репрессиям, по затыканию ртов, по отключению Ютуба, по отбиранию гаджетов у населения. Раньше при Сталине радиоприемники отбирали, теперь будут телефоны отбирать, понимаешь? Лишь бы никто ничего не узнал. Ну вот, лишить, закрыть любые информационные потоки, запретить вообще на эту тему говорить. И вот, все. Вот мы сейчас тоже об информации немножко поговорим, о пропаганде. Друзья, а вы оставались, пожалуйста, с нами, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал Ксении Лариной и на ее два телеграм-канала. Не забывайте, пожалуйста, оставляйте лайки, комментарии под нашей беседой уже, прямо сейчас. Ксения. Вот все, что они придумали за эти уже 8 дней, это состряпать на коленке новую версию песни «Я русский», которая называется «Я курский», и пустить видеоряд. А что ж молчит этот Дронов, этот Ярослав Дронов, шаман, собачка ФСБ, слушай, которая обычно в первый день, помнишь, вот когда был Крокус, в первый день выдал реквием. Что же он сейчас молчит? Не бегает под американское посольство, ничего не делает. Где он? Слушай, я первый раз услышала его фамилию правильно. В том смысле, что не работают ассоциации дронов и дронов. Сейчас, во время войны дронов, то его фамилия воспринимается несколько по-иному. Может быть, даже лучше, чем шаман. Может быть, ему вернуть свою настоящую дроновскую фамилию. Ну, на самом деле, я понимаю, что твой сарказм, что да, это ничего не решает. Но я вижу, что с помощью... Какая вот у них сейчас стратегия? Ну, помимо этой паники и бесконечного перекладывания ответственности друг на друга, кто виноват и кто будет отвечать, поиск стрелочников, это все понятно. Вот этим всем губерам приготовиться. Так же генералов будут арестовывать, будут губеров убирать и ставить на их место Дюминых, своих проверенных. Да. Да. Кстати, он теперь и занимается. Да, да, да. Он сейчас говорят, что да, его назначили главным решальщиком этой вот самой КТС, да? Разрешить КТС. Ну, он же помог ситуации. Договориться с Пригожиным, да, тогда, да, обманул, да, Пригожина. Да, теперь, да, взяли, да, да. Так что вполне возможно. Но возвращаясь к твоему вопросу. Какой у них главный ресурс? Возбуждение патриотизма, нечеловеческого патриотизма. С помощью этого курского соловья, да, шамана. С помощью Соловьева, Скобеева и прочих других. С помощью нового патриотического порыва, что давайте мы все...
Курск, мы с тобой, как они писали везде, скорбим всей страной, Крокус, мы с тобой. Теперь они пишут везде, Курск, мы с тобой. Давайте сейчас все самоорганизуемся. Все наши плетеные сети отправим курянам, пусть они в них заворачиваются. Наши дети будут писать письма курянам, письма поддержки, дорогие куряне. Напиши дедушке, курскому дедушке письмо, конкурс детского рисунка. Сейчас все это будет. Потому что больше нечем. Давайте соберем бинты, вату, прокладки для бегущих курян, покидающих свои дома. Я, кстати, не удивлюсь, если шаман будет эти прокладки собирать. Да, да, да. Давайте поедем с концертами. Нет, с концертами это стрёмно. С концертами не поедем. Но проведем марафон дружбы с курянами. Давайте проведем марафон дружбы. Поможем дедушке. Появится где-нибудь в каком-нибудь Малахово какие-нибудь... дедушки и бабушки из Курской области с флагами за родину, за Путин. Появится ветеран Курской битвы, Курской дуги, который скажет, как тогда я защищал родину, так и сегодня встану. Я готов встать сегодня, сесть в танк и поехать защищать вновь родину от фашистов. Вот все это будет. Хороший сюжет и для Михалкова, и для всех. Кстати, ты заметила, как они все молчат? Они же из-за того, что Путин ничего не говорит, и они ничего не говорят. Ни Михалков, ни Канделака это. Я посмотрел сегодня Ксению Собчак, что она писала. За неделю один сюжет новостной, а на ее телеграм-канале, вот это «Кровавая барыня», виноват во всем местные органы власти, не Путин. Местные органы власти, понимаешь, они не обеспечили надежного тыла, защиты, бомбоубежищ, и вообще это они во всем виноваты. Но это же не у Арестовича интервью брать, понимаешь? Тут, кстати, если ты помнишь, наверняка ты видел обращение, ну, пост, звуковой пост Максима Галкина, которого там обвинили в том, что он не сочувствует курским жителям Курской области, на которых напали страшные украинцы. Что он ответил? Ладно, я молчу. Мне позволено так. Я вообще враг народа. Поэтому вот то, что я молчу, это может быть даже и нормально, и понятно. А вы-то что молчите? Вы все звезды патриотические, с буквы Z во лбу. Вы-то что молчите? Ни одного слова, ни сочувствия, ничего, никто. Ты прав абсолютно. Где Кирборов с автоматом? Да. Все молчат. Ну, потому что нет приказа. Вот я этот приказ увидела буквально вот последние дни, вот в связи, когда появился этот паленый клип якобы шамана Якурский, мне показалось, что вот это и есть приказ обеспечить взрыв патриотизма. Небывалый взрыв патриотизма. Вот и все. Я, скорее всего, ни у кого ничего не встало. Вся Россия не встала вместе с шаманом вообще. Так, это заголовок ты напишешь от себя, пожалуйста. Я этого не говорила, дорогие товарищи. Это не я сказал. Это сказал Демченко, ведущий этой передачи. Не надо отговариваться. А с другой стороны, вот вспомни об Арестовиче. Переобулся в воздухе. Наверное, не следишь, но тем не менее. Переобулся. Раньше же он ратовал, давайте скорее мир, перемирие. Вот-вот уже, вот-вот. А теперь обзывает российскую армию, Путина, говорит, какой он плохой. Талантливый черт, нет, хороший актер, наверное. Это ваш кадр, сами с ним разбирайтесь. Я тут ничего сказать не могу. Я могу, конечно, там, как сторонний наблюдатель, то, что вот я наблюдаю за ним, но мне кажется, что это Украина должна разбираться с такого рода проявлениями странными. У него большая аудитория, как ни крути. Вот, я вижу, что он не растерял количественно. Качественный состав поменялся или нет, я понятия не имею. Но понимаю, что у него есть своя паства. Кто он на самом деле, кем он представится дальше? Подпоручик Киже такой есть, да? Кем только его не обзывали. Ну, не знаю, повторю, это не моя проблема, это кадр ваш. Что ты скажешь про него? Что я скажу? Я больше всего не люблю тех, которые меняют свою позицию. Понимаешь? Бывает, человек растет, а бывает, когда человека поливают, а он никак не вырастает. Понимаешь? Вот это большая проблема. Значит, не тем поливают. Возможно, сейчас будет большой массовый удар по Украине. Во всяком случае, и западные спецслужбы, и западные СМИ. Да, ответка будет, безусловно, если серьезно. Будем мстить, да? Конечно.
он такой. Обязательно. Ты вспомни все страшные удары, нечеловеческие, безжалостные по жилым домам, да, по больницам, по вокзалам, по рынкам, по торговым центрам. Ну, что тут вспоминать? За эти 2 с лишним года уж такие страшные были проявления злобы, безжалостности, кровожадности, мстительности. Самое мерзкое, что может быть. Я не знаю, вот 24 же августа, день независимости, да, Украины. Вот я думаю, что можно ожидать какой-нибудь страшной подлянки в этот день со стороны Путина. Но я думаю, что уж военное руководство Украины уж точно к этому дню особенно готовится. Всегда ждешь, что обязательно какая-нибудь мерзость устроит. Поэтому да, они наверняка готовят что-то, какую-то ответку, и самую отвратительную, самую отвратительную. Ну вот я смотрел на то, как он среагировал на территории Запорожской атомной электростанции, когда был поджог, да? И я сразу вспомнил и поджог Рейхстага 1933 года, и эту провокацию на радиостанции в Глявице, угу, да, в 1939 году, когда все началось. Угу. Как ты думаешь, будет он и дальше вот раздувать это пламя над Запорожской атомной электростанцией? Будет он, ну, конечно, шантажировать? Да, это такой шантаж, безусловно, это будет. Я не знаю, правда, вот видишь, то, что я слышу, опять же, от, в том числе от украинских экспертов, что ни за что, ни в какой вообще в голове этого не было, этого плана захватывать Курскую атомную электростанцию, да, и, значит, вступать вот в этот вот торг между двумя, что называется, атомными объектами, ядерными объектами, да. Ну, не мы, повторю, вот возвращаясь к началу разговора, никто не знает, это тот самый случай, когда никто не знает всей правды, да, в том смысле, что целей и задач военных со стороны ВСУ никто не знает. Что касается шантажа путинского, ну, конечно, будет. Конечно, будет. Нужен ли ему для этого повод? У меня вопрос скорее такой. Да не нужен уже, Саша. Он же и раньше это делал. Я тебя умоляю, не нужен ему ничего. Он же больше в это не играет. Он не играет ни в какие поводы. Он не играет в то, что он соблюдает какие-то законы. Законы войны, Женевскую конвенцию. Какие законы войны, если он войну не объявлял? Какие законы, да, Женевские конвенции и нарушение прав военнопленных, если по сути, юридически, у него и военнопленных быть никаких не может. Понимаешь? Быть. Он же людей, он даже здесь называет людей, называет прорыв ВСУ, называет террористической атакой. Террористы, да, пришли. Какие-то террористы, или вначале был первый день, вообще диверсионные группы. Диверсионные, да, группы пришли. Не войсковые подразделения вооруженных сил Украины национальные, да, а диверсанты, переодетые. Как думаешь, он на мобилизацию пойдет? Многие говорят, что в сентябре может быть большая. Да, война. Да, да. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. И сколько бы они, чем больше они говорят, что ее не будет, чем больше они убеждают, что у них там живой силы вот выше крыши, убейся, сколько им. Я думаю, что будет, безусловно. Потому что, ну а как по-другому, если эта война дальше идет, где ты еще наскребешь? Уже все тюрьмы пустые, Романова тебе расскажет. Всех уже мобилизовали. Да, они там сейчас агитируют в республиках, они по-прежнему скребут там, вот самые циничные устраивают программы, и деньги немеренные туда вкладывают, обещают, повышают. Мало этого, приведи друга на войну, получи, да, за это гонорар. Это, ну, все. Ну вот сейчас Москва и Питер, вероятно, таки прочувствуют, что такое война. Ну да, думаю, ты имеешь в виду, что будут брать, но, да, уже были. Ведь когда была вот первая волна мобилизации, уже были и облавы были, и в московском метро ловили, когда была мобилизация срочников. Да? Я думаю, что да, будет. Но я думаю, что об этом знают все, в том числе и в России. Ну, в крупных городах, я думаю, что знают, что будет. Будет мобилизация. Вот ты вспомнила о тюрьмах, хочу поговорить о политзаключенных, которых недавно обменяли. Большой был обмен. Да. Я слушал интервью, которое дал Илья Яшин Юрию Дудю, внимательно его прослушал. И мне запомнился, конечно, этот разговор с ФСБшником Георгием. И более всего вот эта вот фраза, что если Шойгу и Герасимов ничего не сольют,
то мы все, конечно, настроены на то, силовики российские, да, обыкновенные вот эти вот силовики, чтобы идти дальше воевать, захватывать и побеждать. И мне кажется, что вот это самый главный такой посыл, потому что это очень четко показывает, демонстрирует нам, что это война не Путина, это война вот этого глубинного народа, что это сложнее, чем о чем мы говорим постоянно. Он подарил им идею. Вот что он сделал. В этой нищей стране, в которой вечно люди живут в таком состоянии абсолютной зависимости от государственных структур, от любого уровня власти, начиная от начальника, там, не знаю, ЖЭКа, представителя колхоза, до верховного главнокомандующего, до президента. Он подарил им идею. Идею как вместо жизни. И они, ты обрати внимание, с какой радостью, с какой готовностью за это схватились все. Самые тяжелые слои нашего общества, самые незащищенные, самые убитые, морально убитые, нищие, лишенные перспектив, лишенные завтрашнего дня, лишенные всего, они за это схватились. И это все было не случайно. Это все была продуманная стратегия. Продуманная. Вспоминая первые дни войны и вот этот вот абсолютный угар патриотический, надрыв, и это цитирование Высоцкого уж лучше, чем отводки от простуд, и бесконечное муссирование темы, а что тут ждать нам здесь, в нашем Мухосранске? Баранка автобуса или грузовика, нищета, покосившиеся избы, туалет типа сортир на улице, да. Все в говне, школа за несколько десятков километров в деревнях, автобус. Ни электричества, ни тепла, ничего, ничего нет и не будет. Бежать куда-нибудь, пусть хоть что-нибудь произойдет в моей жизни. И вот он бежит, и они его провожают, своего Ваньку, провожают, возвращаясь с победой домой. Это все фейк, абсолютная дурнина, придуманная вот в этих высоких кабинетах каким-нибудь условным, да. Не знаю, Кириенкой с Дугиным. Мысли придумано, вирус. Придумано, понимаешь? Но как они угадали? Я вспоминаю слова какого-нибудь там Проханова, это еще в мирное время было, он все время с этой идеей носился, в том числе и у нас на радиостанцию «Эхо Москвы» приходил с этой идеей, рассказывая о том, как хорошо было при советской власти, когда были стройки коммунизма, которые объединяли людей, когда вот кайлом, лопатой в жутких условиях где-нибудь там в Сибири строить какой-нибудь никому нахер ненужный завод или какой-нибудь БАМ никому нахер ненужный. Но как это объединяет людей? Люди хотят чувствовать себя нужными. Нет, угадали. За это и помереть не страшно. Вот на этом они и держатся. И эта война на этом держится. Сколько она еще продержится? Не знаю. Я вот, не знаю, видел ты или нет, возвращаясь к Курску, вот в стык два кадра. Вот кадр, где они там чуть ли не на коленях кричат, умоляют и плачут, и рыдают. И тут же покажите, кто-то из твоих коллег, из украинских журналистов, публиковал у себя в телеграм-канале весна 22-го года, когда через Курскую область идет эта колонна на Украину. Говорю на Украину, это как бы направление, да, чтобы да. Никто меня не заподозрил, что я неправильный предлог употребляю. Идет колонна боевой техники с триколорами, с этими победными улыбками, и стоят с этими буквами ВЗ на броне. И стоят по обочинам дорог куряне, дорогие, уважаемые куряне. С криками «Возвращайтесь с победой!» машут флажками, свистят, хлопают в ладоши, провожают своих героев на Великую войну. Вот эта Великая война к ним сегодня вернулась. Это, да, вот это вот страшное начало, может быть, давай так, может быть, это начало страшного похмелья нации, страшного отрезвления. Когда уколы кончились, нечем колоть, шприц пустой, там ничего нету больше. Имитация, физраствор вместо наркоты, который им кололи, патриотический наркотик. Вместе с Пригожиным, кстати, он тоже активно в этом участвовал. Да. Да? И ты посмотри. И вот сейчас, может быть, да, может быть, сейчас вот это тяжкое похмелье наконец-то наступит. Но оно не похмелье, оно не, как тебе сказать, оно не стимулирует к бунту.
оно скорее в состояние депрессии вгонит нацию и полной апатии. И скорее будут прятаться любыми путями, себя обезопасить от этого, чтобы не участвовать нигде, чтобы не заметили, что я в домике, чтобы только меня никто не посчитал. Ну вот, но это совсем другое. Это не бунт. Не бунт. Не... Я не верю в бунт против власти. Что бы с ними ни сделали, не верю. Возвращаясь к интервью с Яшиным у Дудя, мне важно твое мнение, что я к нему прислушиваюсь. Вот скажи мне, эти их первые заявления Яшина, Карамурзы, Пивоварова относительно Украины и то, что сейчас они говорят, как ты к этому относишься? Какая твоя позиция? Я очень уважаю этих людей. Вот всех, кого ты перечислил, я добавлю еще сюда Олега Петровича Орлова, самого взрослого из наших политкоторжан, который вот освободил. И самого опытного. Самый опытный, самый взрослый, это очень важно. Да. Он как бы все трезво оценивает. Они политики, и Пивоваров, и Яшин, и Карамурза. Политики, они оставались политиками и внутри во время заключения, и тому доказательство тексты, которые они писали или которые они озвучивали на этих судебных заседаниях, и которые долетали в социальные сети. А первая пресс-конференция была действительно во многом провальная с точки зрения заявлений, поскольку, когда первый шок прошел от этих заявлений, я, во всяком случае, это расценила как абсолютно такое вот устаревшее понимание вчерашнего дня, что произошло с миром и со страной за эти два, а у кого-то и три года. Андрей Пивоваров вообще сел до вторжения, до начала вторжения, до начала полномасштабной войны. Очень сильно все изменилось. Атмосфера изменилась в мире, в стране, в том числе и в России, в которой они все это время были. Вот говорят, что мы там, иммигранты, отрываемся от российской реальности и не чувствуем. Люди, которые в тюрьме сидят, в изоляции на территории России, уж они-то гораздо страшнее и дальше отрываются от этой реальности российской. Они это признают, все трое, я думаю, что ты это заметил, что каждый из них, увидев реакцию общества, как российского, ну, скажем так, либеральной части общества, российской, так и украинских граждан, украинского общества на свои заявления, они поняли, что где-то, куда-то они мимо чего-то они не увидели, И сами в этом признались. И каждый из них последовательно, с каждым своим следующим появлением в публичном поле, уже говорят совсем по-другому. Отказываясь, по сути, от идеи точно совершенно, которая напугала всех, эта идея мирных переговоров, да. Прекращения огня, это вот то, что вот Явлинский любит про это на эту тему рассуждать, и когда Илья об этом сказал, конечно, все вздрогнули. Ну, ты видишь, как человек сразу же, вот буквально на следующий день, он сказал, что, конечно же, он имел в виду совсем другое, и была неудачная формулировка, и вообще о многих своих словах пожалел. Точно так же, как вменяли в вину Володе Карамурзе, что он якобы требует ослабить санкции в отношении России. Это тоже не так, он не так выразился. Он и не про простых россиян заботился, он не про простых, не о простых россиянах, а о тех людях, которые уж точно являются врагами путинского режима, но которые остаются по разным причинам внутри России. Это и правозащитники, это и адвокаты, в конце концов, которые этих заключенных вытаскивают. Что тут, не согласишься с ним? Конечно, согласишься. Но то, что все эти люди за эту неделю после освобождения уже внятно сформулировали и лишний раз озвучили свои отношения и к войне, и к Путину, назвав войну преступной, Путина военным преступником, что Украина должна победить, что нельзя Путина пускать, как козла в огород, нельзя пускать и оставлять на территориях оккупированных, что он должен уйти с этих оккупированных территорий. Все. Я думаю, что этого достаточно. Я в них верю. Возвращаясь к моему вопросу, чтобы я коротко ответила. Я верю в этих людей, потому что я верю в силу интеллекта. Я верю в силу правоты и убежденности. Это люди на правильной позиции. Это люди, которые, да, они провели время в застенках,
Они держались, извини меня, в высшей степени, мужественно, как настоящие герои. Кто в них за это просит камень? Я уж не говорю там про Володю Карамурзу, который вообще чудом выжил. Он в одиночке провел практически больше года. Больше года. Даже вот, почти 2 года в одиночке. Кстати, по поводу вот этих вот людей, которые остались, о чем говорил в том числе и Яшин, да, что они заложники. Нет такого ощущения, что Путин теперь будет их убивать. Мы же видели, как после, вот сразу во время обмена он убивает музыканта, пианиста Кушнира, да, по-моему, его фамилия. Да, да, да. Но это не он убивает, это к вопросу, чья это война, и чья, и вообще, что это не Путин делает. Понимаешь? Не Путин убивает этих людей, не Путин их пытает. Это да. пытают? Это русские, пытают. Русские войны. Русские люди, дорогие россияне. Дорогие россияне, те же самые прекрасные ФСБшники, я понимаю, которые, прекрасно, я говорю в кавычках, с которыми беседы имели в самолете освободившиеся политзаключенные, когда они говорят, что они не расслабились, маски сняли, бутербродами угощали. Да-да. И, значит, вроде как такой мужской разговор, и все, значит, искренне говорили. Они, эти же люди, убивают людей, эти же люди пытают людей. Эти же люди, они там все боевые, как они говорили, Яшин, мы боевые люди. Эти боевые люди убивают украинский народ. Они и голосуют за эту войну, они ее оправдывают, они в ней участвуют, они ее поддерживают. И своих точно так же, своих, что называется, внутренних врагов, они готовы, я тебе уверяю, рука не дрогнет ни у одного условного Георгия ФСБшника, который сидел в самолете с Яшином, если ему скажут. А вот теперь, друг, вот тебе Маузер, вот тебе Яшинский затылок. Дрогнет я у него, думаю, рука? Не дрогнет. Я думаю, что они молятся на Красикова и на Путина, кстати. Да. Но вот да. если последний вопрос, так очень коротко, мало времени до конца эфира. Сейчас, возможно, начнется большая война, большое противостояние на Ближнем Востоке, Иран, Израиль. Мы ждем да. это, да, вот день ото дня, что-то может произойти. А каждая минута что-то появляется, да? Каждую минуту. Для тебя, вот если это начнется, там противостояние, много чего изменится? Это сильно изменит ситуацию на фронте, как ты считаешь? Это сильно повлияет вообще на... Ты имеешь в виду на украинском фронте? На украинском фронте, на войну России против Украины. Ну и, конечно же, такое, знаешь, ощущение какой-то третьей мировой просто надвигающейся. Ну, это как может поменять? Это может поменять только с точки зрения, опять же, помощи, военной помощи Запада, да, потому что ты помнишь, когда случилось 7 октября 2023 года, сразу вот было вот это вот опасение при всех сочувствиях, ну, и полгода страданиях. Оружия, да, и по сути так оно и произошло. Да, что... Ну, вот сейчас, кстати, на фоне Курской области Я думаю, давай так. Во-первых, все-таки мне очень хочется надеяться, что этого не произойдет, потому что они тоже такие, они же тоже как Путин. Вот эти все Хизбалла, вот вся, весь этот Иран, ты же видишь, что они обещают, грозят, сейчас такое будет, вам мало не покажется. Они уже это говорили 1000 раз, что сейчас такое будет. Готовится ли к этому Израиль, да? Готов ли он? Готовится ли к этому мировое сообщество? Безусловно. Потому что от этих людей можно ждать все, что угодно. Но я боюсь гадать, Саш, боюсь. Третья мировая, она уже, по сути, идет. Этот мир поджег он, как ни крути. Я вот, для меня это очевидно. Потому что я повторю, что мое ощущение, что этот мир поджег один человек. Где бы сегодня не случались бы эти вспышки ада, автор один. Не значит, что он готовил операцию по нападению Хамаса на Израиль. Нет. Но зажег этот мир он. Это как у Бикфордов шнур. Он поднес эту спичку к этому шнуру, который стал взрывать все подряд. Потому что, а что, так можно было, говорят вот все эти люди, которые вот все обострилось, вот это вот брожение, вот это самого-самого ужасного, самого страшного зла мирового. Этих очаги этого мирового зла есть везде. Везде. В Африке, в Ближний Восток, в Европе. Везде есть. В Америке есть, безусловно. На континенте. И в Латинской Америке есть. Вопрос, кто поджег это? Кто сказал, можно? Давай. Давай. Махмуд, поджигай. Понимаешь? И этот поджигатель Владимир Путин. Мы его знаем.
Он поджег. Вот его, это же не только вина перед собственным народом и вина перед народом Украины, перед всем миром. Собственно говоря, то же самое, что делал его предшественник из прошлого века, товарищ Гитлер. Точно так же. Он поджег. Вот за этот поджег мира он должен ответить. Друзья, спасибо вам большое, что все это время вы были с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Пожалуйста, подписывайтесь на 2 телеграм-канала и на 1 YouTube-канал Ксении Лариной. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой. И, конечно же, кликайте на все возможные колокольчики для получения новых оповещений о наших видео. Их будет больше, больше и больше день ото дня. Ксения, спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Пока.